Вы прекрасно знаете, что у нас происходит с инвестициями в ОПК. Мы здесь, в принципе, в России, ну, почти что в лидерах. Если нам удастся еще вместе решить проблему еще одного проекта, то мы получим еще довольно-таки серьезный, как называть, пирог решенных проблем с точки зрения молочного животноводства. Я имею в виду развитие темы овощажников. И наши проекты связаны и с Гафьямом, и уже потихоньку начинаем забираться за Волгу.